Так, привет всем. Вот хотел вам показать механизм для телескопа. Часовой механизм для телескопа. В интернете он есть электронный, но он стоит 1000 и больше денег. Короче, подумал, посмотрел, нашел я от стиральной машинки. Как-то случайно стрелял в машинке, смотрю, механизм часовой. Взял вот, раскурочил механизм. Все там. Короче, тут снял ограничитель с этой стороны. Как вам показать, не видно. Вот тут вот. Ограничитель был. Ограничитель. Я его снял. И оно сейчас идет все по кругу так. Посмотрите, что я делаю. Короче, оно было стандартно. Вот эта штучка стандартная.